Группа друзей Сирии требует скорейшего возобновления Женевского мирного процесса. Об этом объявлено в Париже на встрече группы с представителями Сирийского высшего комитета по переговорам, оппозиционного объединения, поддерживаемого Западом. Участники встречи приветствовали опубликованные накануне совместные заявления России и США, в котором стороны описали дальнейшие усилия по сохранению перемирия в Сирии. Это слова на бумаге, это не действия, но это обещание России фактически ограничить возможности сирийского режима бомбить жилые районы, а также работать с войсками с целью обеспечения стабильности. По словам американских дипломатов, Москва и Тегеран будут добиваться соблюдения режима прекращения огня от сирийского правительства, а Вашингтон будет требовать того же от представителей умеренной оппозиции. Через неделю в Вене должна состояться встреча международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой являются Россия и США. Среди прочего, там будут обсуждать и дальнейшую судьбу Женевского процесса.